дороге, потому что сзади несутся сумасшедшие головы, безбашенные люди. Вообще Москва — это очень сумасшедший город, но тем он и привлекает к себе. Сегодня, к примеру, мы успели посмотреть много интересных мест. В Москве каждый день проходит сотни разных событий. Конечно, не разорвешься, чтобы каждый посетить, но мы стараемся. Сегодня мы были в Национале на очень интересной конференции. Вдуматься только. Вот очень технологии, смотрю, вот такой вот как раз. Что такое облачные технологии, ой, лучше не говорить. Это облако, куда можно размещать очень-очень много информации. Ну, в общем, не важно. Ну, например, вот это видео, да, отправится в облако. Это бессмысленное видео, но для кого-то, может быть, для нас с тобой, но станет через 10 лет очень интересным. Мы найдем 10 отличий. Вообще, мне кажется... А вот когда мы шли по бульвару, что было? Что мы видели? Мы видели Тербуль. А там? А там Ксюша Собчак устраивала званый ужин. Нам туда, конечно, дорога не лежала. Потому что она еще засмущается. Да. А Сережа ей должен одну обнимашку. Когда-то был казус. Ладно. Вот. Ну, вообще, лучше всего приезжать в Москву летом ненадолго. Посмотреть, походить по Тверской, где сейчас я стою, очень интересно все. Вот. Заметил, как по Тверской не пройдешь, обязательно кого-то встретишь. Да, мы сегодня очень много людей видели. Но нас пока еще никто не встретил. Да. Ну, в том смысле, чтобы схватить и сказать: а, это вы? Вот, поэтому Москва очень крутой город, я очень счастлива, что мы живем здесь. Каждый день мы выходим в город, в центр. Впитываем в себя очень много информации, вообще очень классно. Но я хочу в Париж. Но через месяц тебя здесь не будет. Да, мы уезжаем в Европу, даст Бог. Мы прокатимся по европейским столицам разным. Ну, вообще, жизнь прекрасна, это классно. Пошли.